Хургаду, Египет. Мы летели в январе через компанию Annex Tour. Вылет был из аэропорта Борисполь. Авиакомпания-перевозчик Azur Air. Сразу же хочу вас предупредить об авиакомпании Azur Air. Она очень редко сдерживает свои обещания. У нас вылет откладывали два раза, как в Хургаду, так и когда мы вылетали обратно. Так что будьте аккуратны. И получилось так, что вместо того, чтобы прилететь в 5 часов вечера, мы прилетели в 8. И это очень сильно сыграло, так как пока мы добрались в отель, то остались без ужина. А вот так выглядел номер в отеле Элис Хотелс. Довольно-таки пристойно, как на наш взгляд. Следующим утром мы сразу же отправились осматривать территорию отельчика. Это вид из наших окон. Вот вы видите сейчас перед собой Красное море. А это бассейн. Их здесь на территории отельчика есть два. А вот это уже пляж отеля. Он совсем небольшой, но довольно-таки уютный. Правда, не сезон, здесь места полным-полно. Думаю, что когда в Хургаде сезон, то здесь все битком набито, и тогда, наверное, совсем некомфортно. А вот так вот выглядит один из тросов, который полностью покрыли кораллы. Ну а это вид с пирса на сам отельный комплекс. Красное море в январе приблизительно имеет 20 градусов тепла, но по ощущениям градусов 10. А вот вдали виднеются горы. Конечно же, Красное море в январе не пустует. Здесь курсируют лодки, которые возят туристов на близлежащие острова. А вот так мы загорали по утрам. Очень холодный ветер. Практически каждый день дул ветер. И лишь в обед он немножко стихал. Так что, когда будете лететь в Хургаду в январе, то обязательно прихватите с собой теплые вещи. Они вам обязательно понадобятся. Чем же заняться днем в Хургаде, когда на дворе зима? Ну, днем вы можете просто валяться на пляже, если маржуете, то конечно же и загорать. В противном случае, накрывшись каким-нибудь одеяльцем, просто смотреть на корабли вокруг вас. А ночью, если вы любитель ночной жизни, конечно же, вам будет раздолье. Есть много баров, дискотек, разных ночных заведений. Но лично мы не питаем охоту к ночной жизни. Поэтому в Хургаду в январе мы прилетели специально для того, чтобы побывать на экскурсиях в таких известных местах, как Дендера, Луксор, Каир, Александрия. Что мы впоследствии сделали. И если бы не осмотр этих достопримечательностей, то лично для нас здесь отдых прошел бы очень и очень скучно. Почему же экскурсии мы провели именно в январе? Да все просто. Просто в январе погода на континентальной части Египта в районе 20-25 градусов. Поэтому бродить по улицам Каира, Александрии, Дендеры, Луксора очень и очень комфортно, совсем не печет.
Если вы любитель снимать видео или фотографировать закат, то вот такой он в Хургаде. В это время очень приятно смотреть на заходящее солнце, а также медитировать. Можно заняться йогой. Кстати, к вечеру вечер почти полностью стихает. Почему-то любоваться закатом в Хургаде не любят. Как только солнце пошло к закату, люди просто собрались и побежали в свои отельчики. Наверное, боялись пропустить ужин. А местные вообще не реагируют на это. Хотя, когда я был в Азии, в любой из стран Азии, люди очень любят смотреть на заходящее солнце. В некоторых странах даже по этому поводу есть традиции встречать и провожать солнышко. Но здесь совсем не так. Иной народ, иные традиции. А меж тем закат на Красном море довольно-таки красив. А горы, за которые со временем прячется солнышко, придают этому закату особый колорит. Если вы любитель трекинга, то есть пеших прогулок, то смело берите ноги в руки и вдоль набережной можете прогуляться по Хургаде, наслаждаясь при этом дарами Красного моря. Спасает то, что местами пляж еще не занят отельчиками, и у вас открывается вид как на само Красное море, так и на окружающие постройки. Вот, кстати, видна главная мечеть Хургады. Красное море очень и очень чистое, и даже с высоты можно увидеть дно и рыбки, которые плавают по морю. А вот сама Хургада, увы, каких-то позитивных эмоций не оставила. Это очень грязный город, сплошь усыпанный сувенирными лавками, везде грязь, таксисты надоедливые, которые постоянно вам пикают в затылок, пытаясь вас куда-то довести. Как я уже и говорил в видеорассказе, доходит до того, что местные могут попросту встать и сходить по маленькому или по большому прямо на улице. Поэтому от Хургады у нас позитива нету никакого. Обрадовали только цены на фрукты, которые здесь были довольно дешевы. Кстати, рекомендую вам небольшую сумму обменять на местные денежки, то есть фунты. За эти денежки вы в некоторых местах можете купить все дешевле, нежели за доллары.
Так что основными дарами Хургады, конечно же, является Красное море. Вы можете поплыть на близлежащие острова и насладиться, если, конечно же, в январе вы маржуете, подводным миром, или же просто прогуляться по набережной, что мы с успехом и делали. Правда, в один из дней моя жена не выдержала и таки искупалась. Правда, долго потом еще мерзла от теплоты в кавычках Красного моря. Не редкость в Хургаде в зимнее время и пылевые бури. Вот в один из дней мы такую пылевую бурю застали. Практически до обеда казалось, будто на дворе вечер. Все было покрыто пеленой. А вот так выглядит территория отеля Элис. У него 3 звезды, это несколько корпусов разной престижности, и в середине этих корпусов небольшая территория. Здесь находятся 2 бассейна, места для принятия загара, ну и практически все. Правда, здесь все очень и очень чистенько. Но если вы любитель горок, аттракционов, то вам, конечно же, не сюда. Этот отельчик для спокойного отдыха. Подводя итоги, скажу, что в январе в Хургаду нужно ехать или ради релакса, либо ради ночной жизни, либо для того, чтобы побывать на экскурсиях. Купаться можно, конечно же, но довольно стрёмно. Правда, эта вот женщина из Швеции говорила, что здесь очень и очень жарко. Ну, конечно же, в Швеции это другие температурные режимы. А вот двухнедельная путевка от Annex Tour в этот отель, в который был включен авиаперелет, трансферы, all inclusive хваленый, нам обошлись $800 на двоих, то есть по $400 на человека. Как я уже упоминал в своем рассказе, обратно мы также полетели с задержкой, где-то приблизительно на 3 часа, и прибыли в Борисполь уже глубоко за полночь. Так что учтите, если летите с Азур, обязательно ушки на макушке, потому что рейс могут задержать. Меж тем так выглядит международный аэропорт Хургады, с которого мы улетали в Киев. А это заветный гейт на посадку нашего самолета, но рейс откладывали.